если цветочные мотивы в моде – это многовековая история, то изображение насекомых относительно недавнее. Долгое время божьи коровки украшали исключительно детскую одежду. Присутствие их в сегодняшней моде можно объяснить популярностью чистого красного цвета. Более нежная и деликатная тема бабочек также встречается в коллекциях этого сезона. В их изображении участвует не только принт, но и объемные элементы, создающие 3D-эффект. Тема номер 3 – птицы. История моды знает и их фантазийные райские, и вполне реальные, не уступающие в красоте подвиды, которые неплохо смотрятся как сами по себе, так и в сочетании с цветочным орнаментом. Животные в качестве принта также бывают разные. В нашем случае это графичное изображение хищника, создающее оптический эффект.